спасти. А он должен ответить, ты думаешь, он станет ревновать? Уж верно, нет, и верно, он человек разумный, и верно присмирился с тех пор, как умер. Подходит к этому, я говорю, а командор, что он скажет, что он об этом плотников говорит? Я понял, полная тьма, ни слова, все забыто. Он становится бледный. Кто? Это? Конечно, станет и Фо-Фо. Я еле сдержался, когда мы вышли со сцены, я говорю, Николай Сергеевич, ну зачем и Хо-Хо добавим? Мы играем Пушкина, надо соблюдать размеры, сказал Николай Сергеевич Пушкин. Это удивительные оговорки, которые на сцене бывают жутко смеяться нельзя категорически.